Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области. Погода уже начала резко ухудшаться. Поднялся ветер, прошел град. Синоптики обещают мокрый снег и дождь, а порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду. Осложнит ситуацию похолодание. Уже сегодня ночью на севере региона прогнозируют до минус 19 градусов, а в выходные столбики термометров в горах и низинах могут показывать до минус 23 градусов. Ожидается гололедица. Налипание снега на провода – это повышает вероятность ЧП, поэтому экстренные и коммунальные службы переходят на режим повышенной готовности. МЧС рекомендует обходить стороной остекленные здания, рекламные щиты, строительные леса, дорожные знаки и линии электропередач. Быть крайне осторожным советуют и при ходьбе в гололед и снегопад. А автолюбителей просят воздержаться от поездок за город. Если же отменить выезд невозможно, необходимо соблюдать скоростной режим и быть крайне аккуратным при совершении маневров. И сегодня в МЧС устроили мастер-класс о том, что нужно брать водителям при поездке за город, что обязательно должно быть в тревожном чемоданчике. Смотрите в рубрике «Происшествия» в конце нашего выпуска.